Ну, я, наверное, тоже. Я, в общем-то, я так думаю, что подозреваю, что я начал писать на школе в партах. Что-то там выкорябывать. Раньше это, да, еще пацаном, будучи, когда на тебя красивые свои девочки, ты их любишь, некоторые, да безумие просто. Они на тебя никакого внимания не обращают. А ты вот так ерозишь по партии, вот эти записочку ей пишут, а передай записку. Потом нас подрывает, написал, что ты написал, сносится с этими записками. А потом смотрит, а потом когда на уроке, вот там повернешься, и вдруг встречаешь распахнутые глаза этой девочки, которая написала записки, благодарные, распахнутые глаза, полные любви, бесконечной любви. Вот тогда, наверное, почувствовала, что что-то в этом есть.